Вот они, путешественники, собрались и мои. Да. Команда в сборе. Вот он вагон. Ух ты, блин, снег пошел. Поезд нормальный. Едем. Хочется спать. Ждем Москвы. Настроение замечательное. Привет. Всем привет. Да. Поезд отлично. Ждем коллег. Поспал. Часика полтора. Да, отлично. Это роскошь. Армель, жди. Так, здравствуйте. Здравствуйте, где? Девушка. Мы в городе Самара. Самара городок. Ага. Это у нас промежуточный перевалочный пункт, да. Самара. Гуляем 3 часа и едем в столицу Москва. Без тебя, без тебя. Все не нужно, стало сразу без тебя. Уже в любви признаются, да? Компания Армель. Боже, это трамвай! Вот это да, друзья, это трамвай! Да, такая вот неадекватная реакция на трамвай. Спускаемся в парк Струковского, да? Правильно сказал? Самара. Посмотрели, улыбнулись все. Ю-ху! Ты фоткаешь? Нет, снимаю. Снимаешь? Взамен подарили, естественно, наш прайс с нашими духами. А сейчас мы идем на набережную. Вон уже ее видно. Вот она, река Волга. Вот они мы. Таня, Артем, Олеся. Издалека долго течет река Волга. Течет река Волга. Конца и края нет, и вместе среди снегов белых, среди хлебов спелых течет моя Волга. Полтора года нам. Круто! Ставьте лайки, кому понравилось, как спел Артем. Поддержите парня. Водичка, песочек. Практически море. Вот в этом номере нас гостеприимно приютили. Девчонки, вот такая вот красивая гостиница. Лифты. Потом обязательно проедемся у них. Всем привет! Вот мы в Москве, в гостинице Бородино. Сейчас я вас познакомлю с нашей командой. Так, это Мария Духанова, Нижний Новгород. Привет! Это наша Таня Клопотова, привет. Оренбург. Это наша Надя Мазарчук, Магнитогорск. Привет. Там вот вдалеке прячется Аня Соловьева. Республика Беларусь. Мы идем на первый этаж в столовую. Сейчас покажем, какой здесь красивый лифт. Ух, ух, поехали. Привет. Белый красивый рояль. Внимание, Артем Тимофеев собственной персоной. Всем привет. У нас торжественный момент. Мы вручаем такой своеобразный приз за выполнение акции 3+1 за то, что за короткий срок Олеся Селезнева призвала на мероприятие 3 человек первой линии. Она получает в подарок билет на это самое мероприятие. Событие премиум Москва. 22 октября. Олеся, это тебе. Вот он билет. Ура, ура! Спасибо. А вот они, виновницы. Татьяна, Анна и Мария. Молодцы девчонки, что приехали. Из Москвы. Привет. Из города. Какой город? Воронеж. Не Армель. Воронеж. Привет. Магнитогорск. Нижний Новгород. Есть. Оренбург!
Началась регистрация. Привет! Такая очередь желающих. Все хотят зарегистрироваться. Так, потом будете смотреть себя на YouTube-канале. Как проходит регистрация. Где фамилия написана? Мы проводим регистрацию на наше мероприятие. Да-да-да. А еще нам вот такие вот вкусняшки будут. Для сладкоежек. Чтобы лучше запоминали. Да. Счастливый билет. Ну, я просто отошла снять. На браслете написано «Живи, люби, твори». Кого снимаешь? Тебя! Кого? Сегодня был на событии. Как зовут? Антон Витман. Это Сочи. Все классно, супер. Все, кто не приехал, ожидаем на следующем событии. Лия. Города Сочи. Отлично.